Воспитатель – человек, которому родители доверяют самое ценное – своего ребенка. Именно работники детских садов закладывают умения и навыки в наших малышей. Их профессиональный праздник в стране по традиции отмечается 27 сентября. Третий год подряд мероприятие, посвященное этой дате, в Нефтекамске проводится столь масштабно. Именно вы стоите у истоков всех начал воспитания, умения, привития навыков, любви, понимания мира, познания, что такое хорошо, что такое плохо. Именно вы даете нашим детям свое сердце, большое, полное любви, гармонии. Поэтому наши дети, вот сегодня мы увидели с вами, такие талантливые, такие прекрасные, такие отзывчивые, такие добрые. Спасибо вам за это. К слову сказать, большинство из приглашенных на сцену – ветераны сферы образования. По бурным аплодисментам было ясно, что награды педагоги дошкольного образования действительно заслужили. Воспитателей, нянечек, поваров и медперсонала в детских садах нельзя недооценивать. Именно они помогают малышам адаптироваться, учат общаться со сверстниками, приводят их в новый мир, где есть не только мамы, папы и близкие родственники. Ежегодно 27 сентября мы проводим профессиональный праздник наших воспитателей, день работника дошкольного образования и воспитателя. И стараемся провести этот праздник грандиозно, с приглашением наших уважаемых ветеранов педагогического труда, работников школ, директоров школ и обслуживающие организации, аутсорсеры и обслуживающий персонал наших детских садов. На торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику педагогов дошкольного образования, были названы победители и призеры состязаний различного уровня. В номинации «Идеи года республиканского конкурса» победителем стал коллектив детского сада номер 29. Проводимые в детском саду номер 2 социальные акции были признаны лучшими в Башкортостане. Победителями же в различных подгруппах конкурса «Лучшие детские сады России» 2019 стали детские сады номер 23, 28 и 25. Лауреатом третьего открытого публичного ежегодного всероссийского слова образовательных организаций стал детский сад номер 25, заведующий Чекина Елена Александровна. Сегодня в городском округе функционирует 35 детских садов. Воспитанием более чем 11 тысяч мальчишек и девчонок занимаются 800 педагогов. Комфорт, уют и неоценимую помощь в этом оказывают 500 работников дошкольных учреждений. Все они слышат в эти дни слова благодарности, добрые и теплые пожелания. А самым главным признанием сами воспитатели считают искренние улыбки и объятия малышей. Зульфия Амирова, Ильгиз Миниханов. Время новостей.